Давно не виделись, друзья, и вот по какому поводу. Что там с моей игрой-то, да, как бы, есть некоторые изменения, все можно будет проверить по ссылочке, обязательно проверить, не просто послушать, посмотреть, а именно сыгрануть. Это, я считаю, самое честное, самое крутое, что можно, в принципе, сделать в наш век, когда все делают летсплей и прочее, да. Но здесь-то не велик такой материал, настолько, чтобы там, конечно, все должны в него сыграть, но обновления вышли, так скажем, я их сделал. Рост персонажа, менюшка новая, уровни сложности, пока их два, хотя изображено будет три. В целом, пробуйте, надеюсь, вам понравится, и сама идея вот эта с ростом, наконец-то у меня более-менее стала уже сформироваться в игре. Будь осторожен, Свежая, это я все летающая буду штука, лень. по ссылочке Она выводить. настигает тебя, когда ты медлишь и задерживаешься на месте. Что мы справимся. Удачи!